Всем привет! С вами Ира и канал «Готовим с любовью». Сегодня я вам покажу мастер-класс по цветку нарцисс. Мои кексы на желтках выпекаются. Смотрите, как красиво они поднялись. В общем, внутрь кексов я положила кусочки апельсинов. Надеюсь, будет очень вкусно. Не за горами уже весна, и скоро пойдут тортики, корзины цветов с различными весенними цветами. Сегодня я вам покажу мастер-класс по нарциссу. Делала крем на 2 белка. Сейчас покажу насадки, которые я буду использовать. Насадка травка, думаю, вам известно. Насадка роза маленькая, вогнутая. Здесь желтый крем, сверху немного оранжевого красителя. Насадка листик маленькая, вот такая обычная, с желтым кремом. Насадка листик 113 с белым кремом. Также в корнетике мне нужен будет крем оранжевого цвета. Потом скажу зачем. Насадка хризантема с зубчиками. Я буду делать листики нарцисса. Маленькой у меня уже розы насадки нет. Я взяла чуть-чуть больше, вогнутая роза. Белый крем. Переступаем. Значит, сначала нам нужно сделать листочки. Насадка хризантема, кстати, эта насадка была у меня в наборе, где у меня 24 насадки. Сейчас попробую первый раз. Вот хочу сделать такие, вот смотрите, какие красивые будут листики. Немножко вот так по краям кекса сделаем листики. В любом цветке нарцисс есть сверху тычинки в самом цветочке. Значит, насадкой травкой. И вот резко бросили. Сделали серединку. Теперь берем насадку, листик с желтым кремом. Маленькая, но она у меня без номера, извините. И теперь просто выдавливаем. Это очень простой цветок. Вот, мы просто вытягиваем. Ничего не нужно здесь, никаких лишних движений. Просто вытягиваете лепесточки. Вот здесь. Сделали. И теперь берем насадку вогнутая роза маленькая. Смотрите. Ободочек нашего нарцисса. Держим, держим. Вот так. Смотрите, какой прекрасный нарцисс у меня получился. Все просто, легко. Еще раз для закрепления знаний покажу. Значит, высаживаем листья. Кстати, очень хорошая идея. Этой насадка никогда не делала. Первый раз попробовала. Мне нравится. Гуще высажу, чтобы не было пробелов. Есть. Теперь высаживаем травкой тычинки. И резко отбрасываем. Теперь берем насадку листик и просто по кругу высаживаем лепесточки нарцисса. На моем примере вы убедились, как просто сделать такой цветок. И сейчас мы красиво сделаем. Вот так. Смотрите, наш нарцисс готов. Сейчас будем делать нарцисс белого цвета. Начинаем с лепесточков. Вот эта идея. А я никак не могла найти применение этой насадки. Ну, оказывается, можно
делать такие красивые лепесточки. Есть. Дальше высаживаем тычинки насадкой травка. Повыше сделаем, так как мы сейчас будем использовать большие насадки. Смотрите, насадка листик 113. Просто обычная насадка, которой мы делаем листики. Конечно, белый нарцисс, он будет просто выглядеть по сравнению с желтеньким. Но все равно не менее красивым. Теперь берем насадку «Вогнутая роза», тоже с белым кремом. И вот сейчас будем крутить. Вот так немножко приоткрыть, чтобы его было видно. Ой, как красиво получается. Вот, смотрите. А теперь берем оранжевый крем в карнетике. Вот так. Вот сразу же поменялся цветочек. Стал такой аккуратненький, нежный. Еще раз покажу вам с белым нарциссом для закрепления. Крем идеальный получился. Не тянется. Очень, вы знаете, очень хорошо работать, когда хороший крем. Одно удовольствие. Вот, сделали. Теперь высаживаем беленькие лепесточки 113 насадкой. Можно было и меньше взять, но меньше именно такой. Вообще очень хорошо, когда у вас много насадок одинакового размера. Но все это денежки. Не всегда получается покупать все, что хочешь. Вот смотрите, как красиво, да, у нас получается. Вот, сделали. А теперь сверху оранжевым кремом добавляем красоту. Вот. Вот такой прекрасный нарцисс у меня получился. А теперь покажу вам немножко другой формы нарцисс. Если у вас нет насадки, листик такой. Или, ну вот, просто покажу для разнообразия. Цветов много бывает, поэтому сначала мы также высаживаем листики. Все как всегда. Кексы я делала на желтках, очень нежные, с кусочками апельсина внутри. Иногда бывает, остаются желтки, что приготовить, что приготовить. И сразу же готовишь эти кексы. Съедаются моментально. Теперь смотрите, берем насадку розу, которую мы использовали уже, изогнутую. Значит, и теперь что мы делаем? Мы вот просто по кругу высаживаем вот такие лепесточки. Ведем, а потом возвращаемся. Последний лепесточек сделали, да? Дальше смотрите, что мы делаем. Берем вот травку,
Высадили вверх, да. Теперь как бы у наших нарциссов слегка вот здесь разорванные. Можно этого и не делать. Но просто листики должны быть немножко разорванные. Или это будет, можно этого не делать, это просто будет другая разновидность нарцисса. Сделали. Теперь берем же эту насадку, которую мы делали. И сейчас же нам же нужно сделать вот последнее. Вот так вот. Зачем я взяла в руки? Не знаю. И вот по кругу. Вот смотрите, какой красивый, яркий цветок у нас получился. Можно сделать, чтобы эти листики слегка стояли, но в нашем случае, я думаю, этого просто не нужно. Так, теперь высаживаем. Травку. Теперь берем насадку листик. Теперь берем насадку вогнутая звездочка и вот так. Вы замечаете, что с каждым нарциссом у меня все лучше и лучше получается. Вот такие красивые нарциссы у меня получились. Выбирайте любой. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. А с вами была Ира. И канал «Готовим с любовью». До новых встреч! Пока-пока!